Всем привет! Решил сделать экспресс-обзор. Хочу показать вам свою обнову. Это Гард, или как мне привычнее его называть, Гвард. Данный трансформер из новой линейки Legacy и при этом из-под линейки Select. Мне очень нравятся коробки селектов, и не только потому, что они полностью экологически чистые, то есть они совершенно без пластика, и даже стяжки, которые обычно используются в других упаковках, здесь выполнены из веревок. Теперь поговорим про саму фигурку. Робомод мне очень нравится, он прямо великолепный, общий облик передает образ такого конкретного сильного робота. И то, что лично для меня немаловажно, разумеется, я, как и многие, хотел Айронхайда, но Айронхайд очень дорого стоит, потому что он тупак, редкий, и в общем его, да, действительно не достать. И вариант с селектом лично для меня полностью подходит, к тому же я могу дофантазировать, что это и есть Айронхайд. Альтмод еще лучше, просто потрясающий, очень аккуратная, красивая машина. Трансформация очень простая, очень приятная. Сейчас на Wildberries есть очень хорошие скидки. Крайне сильно рекомендую. В общем, моя оценка очень близка к 10 из 10.